Спасибо. Ребят, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь обращали внимание на количество учреждений общепита в нашей стране? Да. Да? Ну, боже мой, ну чего только нет. Ну ладно, кафе, рестораны, там бары, закусочные, понятно, да? Ну, кондитерские, распивочные, наливочные, рюмочные, да? Все кухни мира, китайские, тайские, украинские, да? И такое впечатление, что вот все для людей, и все там есть. И возник такой вопрос. А есть что-нибудь такое, чего там нет? Ну вот, а вот, например, в этом ресторане. Добрый день, да маржо, бабара, взять хелло, гуте, так, пардон, бонжур, ганю. О, красавица. Главное в нашем деле, чтобы клиент оставил чаевые. Слушаю. Скажите, а что у вас есть опрокинуть? Да, пожалуйста, стакан, фужер, бокал, сервиз, стол, стул, меня, директора. Нет, вы не поняли. Я имею в виду выпить. Алкогольное, безалкогольное? Алкогольное. Пиво, вино, водка, виски, коньяк, ерша? Ну, давай для начала пивка. Хорошо, фильтрованный, нефильтрованный, светлый, темный лагерь, безалкогольный для запаха гаишников подразнить. Ну, давай темного. 0,3, 0,5, 0,7, пинта, кварта, литр на все деньги, на всю ночь. Ну, давай 0,5. Угу. Ледяное, холодное, прохладное, среднее, теплое, горячее, кипяток для ингаляций. Холодненького. Холодненькое. Все, заказ принят. А, стоп, одну минуточку, подожди. Не надо пива, давай, например, вина. О, белое, розовое, красное. Белого. Угу. Шампань, крепленное, сухое, полусухое, сладкое, полусладкое, столовое, полустоловое. Шмурдячок из лучших сортов яблок, собранных весной из-под снега. Крепленого. Ага, крепленое. Тогда вино урожая какого года вы предпочитаете в это время суток? Первого года до нашей эры, Рождества Христова, первого, второго, третьего, четвертого. Он что, издевается? Значит так, слушай меня внимательно. В это время суток я предпочитаю вино урожая 1986 года. О-о-о. Новая Зеландия, виноградники 1200 метров над уровнем моря, южный склон, один бокал на тонкой ножке. Вот что, издевается? К сожалению, в Новой Зеландии 1986 год был плохим годом для виноделия. Лютая зима, вялая весна, дохлое лето, сопливая осень, Горбачев, перестройка, сухой закон. Хорошо. Тогда дай мне водочки. О, водочки? Да. Пшеничная, перцовая, медовая, столичная, деревенский первачок от бабы Маруси. Или спирт разбавить? Значит, слушай меня внимательно. Да? Пшеничная, 200 грамм, ледяная, огурчик, выпиваю, закусываю, занюхиваю, без пассажка, без коня, еду домой, дома жена, опять поджрался скотина, глаз получу, лягу спать, утром вставай, дорогой, на работу пора, голова не болит. Все, заказ принят. Стоп, слушай вас. Минуточку. А что есть закусить? Значит, у нас есть медвежатина, лосина, хрест, брусника, осетрина, маринованные грибочки, груздей соленых бочки, семга свежая, колбасы, куропатки и бекасы, жиром тают балаки, показатки судаки, долбаные икры, зернистые, вреди золотистые, сельцы, ташки, дупеля, кубки, копченого угря, рассягая, раки, крабы, рагу, и зайцы, кебабы, сардины, устрицы, омары, и грудинка, и кровятка, и венгерская солянка, сель дунайская, форель, андалузские салаты, заливные поросяты. А какие пироги? О, с маком, луком, яйцом, с сыром, творогом, из капусты, из брусника, икрой, повилами, черникой, гусиной печенью, грибами, олениной, потрохами. Отставить это все, дай мне просто воды. Нет, ну он точно издевается. Специально для вас. У нас есть один фужер прохладненький. Не из-под крана, два кусочка льда. С трубочкой, с зонтиком. Без газа, натрия, йода и всей таблицы Менделеева, очищенной на современных космических кукловинтрах. Самотеком с высоты 25 метров. Кота покормил, посуду помыл, не жена, двое детей. Не ради забавы, с вас $100. Расплатиться можете по рублю, по два, по три, по пять, 10, 15, 25, 150 тысяч. Отдайте, разумеется, с вашего позволения, я оставлю себе на чай. Грузинский, индийский, цейлонский, мелкий, средний, крупнолистый, черный, байковый, зеленый, для похудения, потолщения, офигения и даже каркаде, гранулированный на веревочке в пакетиках, 5 раз заваренный. Вот красавец, а? На, держи. О. Обязательно приходите к нам еще, когда пить захочется.